Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и сегодня мы впервые познакомимся с игрой Outlast 2. Появилась в PSN играбельная демо для PlayStation 4, короче, ребят, Outlast 2. Давайте, погнали. Первую часть мы проходили, есть полное прохождение первой части и дополнение на нашем канале. Ссылочка где-то здесь справа вверху, вы увидите, если что. Давайте посмотрим, что она себя представляет. Добро пожаловать в Outlast 2, вы Блейк Лэнджерман, оператор, работающий со своей женой Лин. Ладно, дальше мы не будем тут, короче, слишком переводить пытаться. В общем, оператор попал в какие-то неприятности. У них накрылся движок. Они, короче, ехали, у них накрылся движок. Какую-то женщину беременную нашли на дороге, там что-то такое. И они поехали расследовать. Боу! Outlast 2. Довольно реалистично сделано, учитывая, что я тоже ношу очки. И без них довольно мутно. Интересно, возможно, в игре будет момент, где очки разовьются и будет придется в мутоте бегать. Так, камера R1. Так, это ночное зрение, да? Зум. Короче, надо жену свою найти, да? Ну, погнали, чувак. Движок, по-моему, Unreal Engine 4. Угу. Чем у нас славится Outlast, это своими всякими скримерами. Вот как насчет атмосферы, сложно сказать. Так, ну, пока вроде смотрится красиво окружение. Мне нравится. Так, ну что, куда нам? Hello? I'm lost and hurt. Кто-нибудь есть? Я типа потерялся и я ранен. Помогите. Какое-то фермерство, да, видимо, тут должно быть. Чтобы бежать, нажмите L3. Не знаю, насколько тут обширно вообще зона действия. О! Можно об кактус пораниться, оказывается, ребят, представляете? Офигеть. Неприятно. Is anybody there? Please. Ни черта не видно. Ну, конечно, придется батарейки искать, как обычно. О, кстати. Ой. Визуально напоминает тоже того же этого. Резидента 7-7. Так, а здесь дверь не открывается. Зачем стучать-то? Так, батарейка, я думаю, будем в последний момент менять, когда. Ой, кто это ходит, смотрите. Что за Фредди Крюгер, блин? Фредди Крюгер реально какой-то. Хе-хе. Смешно. Немножко смешно как-то, ребят. Тут сейчас, наверное, вообще темно, вам, наверное, вообще ничего не видно, да? Если я буду постоянно камеру включать, то у меня батареек не хватит.
Кстати, вся эта фишка с батарейками напоминает довольно старую игру. На Nintendo Wii была такая игра, называлась Проклятие, по-моему. Там без батареек было вообще не выжить, без фонаря. Jesus. Он, по-моему, no. Жена кричит, да? Что-то происходит. Какое-то животное забито, да, вроде? Свинья, что ли? О, тут нормально, без камеры. Цветность хорошая, смотрите, блин, так, ну, цветовая гамма прикольная. Меня прям радует. Визуально мне нравится игра, ребят. Очень нравится. Кстати, по этому демо будет видно, стоит ли будет приобретать полную версию для канала. То есть, как вы посмотрите, интересно вам это будет или нет. То есть, по лайкам, просмотрам, я уже буду смотреть, как мне потом ждать полную версию или нет. Именно для канала делать прохождение. Прям там кто откроет, да? Ну, выглядит довольно неплохо. Ну, сейчас похоже стало все выглядеть, то есть похоже на Resident 7. Окно открыть можно, да? А здесь что, никак уже никуда не пройти, батареек нет, случайно. Куклы. Кресты, куклы. Ну, это все на скримерах, короче, блин, как всегда. Сейчас нет такого, как вот тут был, я не знаю, вот помните, Silent Hill 3 вышел, там, блин, атмосфера давила. Как бы, и тебе было порой просто страшно подойти к какому-то месту, там, из-за этой атмосферы. А тут они собак раз резко тебя пугнули. Туда что ли выходить? Тут что-то дверь вроде тоже. Батареек нет нигде. Кукуруза что ли? А, дверь за это заколочена. Пойдем сюда. Интересно, для VR тоже сделают? Наверное, будет самое оно в VR играть в это дело. Если сделают, конечно. Но я думаю, вряд ли упустят такой момент. Я в VR успел одну игру опробовать. Rush of Blood. Такой типа тир-ужастик. Довольно объемно, прикольно смотрится. Но там тир, ты не сам ходишь, там тебя везут, короче, по рельсам. Тут ты сам перемещаешься, насколько это, как это? Сатанс и не Майкл Дэй, что-то. В общем, что-то с сатаной связано, видимо. Ну, ни черта не видно. Тут оно понятно, ребят, да? Вроде как бы нормально, человек не сунется вот в такие места, но он жену свою ищет. Ради этого стоит. Вы понимаете, наверное. Что-то. А тут освещение есть. Кровища, игрушки детские валяются. А кровь-то чья? Детей, что ли, тут? Жертву приносили. Ну вот, походу, и дети, да? Какие-то они обгоревшие, их чуть... Запекали их, что ли, как-то в чем-то. Похоже, что они какой-то коркой покрыты, обгоревшие. Ну да, жутковато, жутковато, конечно. Жутковатенько. В виде креста выложено, видите? А, так возможно, здесь прямо клали их и поджигали. Или нет, это не в виде креста выложено, это сверху тень. Свет падает в виде креста. Тут, видать, их... Ну я не знаю, здесь их сжигали, тут вообще-то деревянные все. Ну ладно, пойдем дальше. Кто-то шепчет.
Колодец, колодец. Дай воды напиться. Колодец, колодец. Дай влаги глоток. О! Какой-то язык какой-то нереалистичный. Странно смотрится вообще что-то вроде. Вот вся игра вроде реалистично смотрится, а вот этот момент вообще как-то странновато выглядит. Недоделано как-то. Такое ощущение. Не знаю, может, мне так кажется. Только. Так, ладно, ползем дальше, да? Как-то нереально взяло его, стащило ему, ничего, кости не сломало. Так, какие-то звуки раздаются. Тарифку скоро надо будет новую вставлять. Так, это какая-то школа. Как так может быть, что нас затащило в колодец, и мы попали в какую-то школу? Она что, под землей находится, эта школа, или что это такое? Странно. Но она какая-то, видать, религиозная еще, да, куча, да? Католическая школа, да. Путь к успеху. Диск какой-то валяется. О, батарейка. Так, здесь нам не выйти. Ну, тут темень. Камеру зарядить. Текс. Так, не открывается. Что за звуки? Может, колодец это типа в другое измерение, портал или куда-то еще. То есть как-то странно, просто там какая-то ферма была, и тут такая школа цивильная сразу. Понятно. Нифига себе голосок. Кванчи отдыхает. Так, Лин, это его жена, Джессика, это кто, его дочь, что ли? Возможно, у них дочь пропала или же умерла там, да, что-нибудь. Это ее игрушка, я так понял. То есть, что-то такое раскрывается. Какие-то... Видимо, это школа его дочери, и это ее шкафчик, я так полагаю, да? То есть, игра кидает героя психологически в какие-то места, какие-то такие. Да, вот Джессика ей какую-то вручили премию. Ой. Все захлопало. Вау, кто это был? Мне так батарейка скоро кончится, товарищ. Видимо, после того, как он упал в колодец, ему, наверное, это сон снится, мне так кажется. Ну, то есть бред. Он вырубился, наверное. Как по-другому это объяснить можно? Батарейка. Батареечка. Все закрыто кругом. Куда идти-то? А! Сука! И этого, походу, нельзя было избежать. Говнище. Откинул назад причем. Можно спрятаться, ну как в первой части. Можно спрятаться в шкафу. Ну а смысл такой, я не понимаю. Вроде тут никто не ходит прямо так, чтобы от него избегать. Свет какой-то. Проход? Смотрите, проход открылся прям. О! Все. Стены. Стена, короче, прохода нет. Вообще реально странно. Это реально какой-то бред. Сон, бред, я не знаю. Что это еще может быть?
тут шкафчик не открывается. Батарею надо зарядить, блин. А то вам ни хера же не видно будет, да, вот так вот. Дурик какой-то. Не, ну выглядит окружение мне, конечно, классно в игре. Мне нравится окружение само, но пока то, что происходит, не очень понятно, как-то, то есть какой-то бред. И пугают скримерами, а не атмосферой. Это уже ты понимаешь, что это не на самом деле все. О, это она, что ли, дочь его? Она повесилась, что ли, в школе? Тут реально проклятие напоминает, там тоже какая-то хрень была похожа. Ну, походу, дочь не повесилась, и он в воспоминания попадает в эти. Кстати, музыкальный класс, видимо, как-то связано, видимо, она рядом с ним... Возможно, она была у них в католической школе вот в этой, да? И вот они теперь... Всякой херней страдают после ее гибели. Может, ее повесили, может, она сама повесилась. Я не представляю, как бы девушка тут повесилась на самом деле. Все это дело тут привязала, он так достал до потолка, всю эту веревку притащила. Как бы она достала вообще, смотрите, столик низкий. Довольно, ты даже тут не достанешь руками до потолка, чтобы там веревку привязать. Ну, в общем, не знаю. Oh, welcome to the family, son. Тут резидент, короче. А смотрите, а мы оказались опять уже, походу, да? О, ну можно уходить, убегать от него. Ой, кто это? Ой, людоеды. О, это уже реальный мир, походу, да? Ой, тут фонари светят. А, сука! Да, уже начинается старый добрый Outlast, где ты постоянно от кого-то убегаешь. А куда бежать-то? Если я перестану двигаться, то я быстрее восстановлюсь, да? То есть реально школа это был какой-то глюк, у него воспоминания какие-то были, да, флешбэк или что-то. И мы сейчас в реальном мире оказались. То есть после того, как он в колодец. Я не знаю, в общем, в колодец он упал на самом деле или не упал, но что-то произошло там. Непонятно. Походу нужно перепрыгивать. Попробуй, может, разбегу. Че ты не бежишь, дурак? А, куда бежать-то? Куда бежать-то, сука? А, это деревня людоедов. Или никак, я не знаю, кто это такие, короче. Поднеси, блин. А, и очки-то что-то. Без очков нельзя. Ой! Какая-то, какая-то плохо нарисованная тетка. Ни хрена себе! Ни хрена себе, ёлы-палы! Это жесть. Я помню, как в первой серии там пытались писюн отрезать героя, но тут прямо вот так вот раз и все. Вот и все, ребят, пройдено демо Outlast 2. Что-то тетка в конце какая-то ненатуралистичная была, не знаю. Вот эти, которые ходили, вот эти вот какие-то людоеды, еще более-менее нормальные были. А вот эта что-то тетка мне не понравилась. Как-то она странно сделала. Ну, как она разрезала, это жесть, конечно. Ну что, ребята, пишите в комментариях, как вам демо. Захотите ли увидеть полное прохождение полной версии на нашем канале. Ставьте лайк, если вам было интересно. А на этом у меня все. С вами был Раштанидзука. До новых встреч!